мы все являемся жертвами пропаганды. Просто мы с вами крепче, наверное, раз мы здесь все собрались. Написала мне одну просто потрясающую историю, одна женщина в личку. Значит, у нее родители. Родители разных взглядов. Муж, значит, там за одно, жена за другое. Жена попала в больницу. Отец, он как раз был за Путина, он пророссийский был, он попадает вместе с ней в больницу и лишается на месяц возможности смотреть телевизор. Он через месяц, они с матерью уже разговаривали, они обсуждали это, он все прекрасно понимал. Потом ее выписывают из больницы, и что вы думаете? Через 2 недели они снова не общаются. Это действительно очень серьезное давление на людей, это пропаганда. И людям проще ей отдаться.